Это, пацаны, что-то в биологии вроде нет. Ловлю тебя на квест. Если увидел, обязан запостить пипегу в чат. Ну, блядь, хорошо. Пацаны, пипегу в чат. Хочу, блядь, ебать. Пипегу. Ляд какой. Здорово, ёпта. О, фрут. Хотя, может, он пушит. Блядь! Иди нахуй! А что такое пипега, пацаны? Что такое пипега? Ой, еще, блядь. Ой, блядь. Так, значит, за подобные вот эти вот изобретения ваши, блядь, с папье-маше, блядь. Еще раз вот это увижу, блядь, кролл, блядь. Еще раз увижу бумажный кролл, блядь. Ебаный хуй всем. Бумажный кролл. Вот, чучелок, ну что ты, тварь, нарисовал, а? Бан, брат, ты нарисовал себе чучело. Да-да-да-да-да. Боже, как же уеб... это, убил. Что? Чао! Кого? Два, 72 бан. Что? Что там? А, 72. Да вы достали меня на это, быть, самого! Вы можете прекратить мне врать? Вы врушки, пердушки. Не смешно вообще. Спасибо, хозяин, солнышко. Вы достали! Вы 2.72, нет 72 секунды. Поддержка. Пожалуйста, можете банить мудрых скорее? Я вас прошу. Может, сюда антимаг, блин, конется через некоторое время? О. Ля, какой этот, как... Вот он. Ну все, минус антимаг. Мой о, дружочек. Какой даун. Через некоторое время, через 2 секунды. Здорово. Какой же он даун просто. Это ж не то, да? Сейчас откусит. Фу. Ладно, нет, это не то, нет. Я не должна была. Так, преждевременная реакция, окей. Преждевременная реакция. Это как 7 издержаний преждевременно. Вдруг попкорн такой, слушайте, у нас будет новогодняя пати для партнеров, блять, в Швеции. Приезжайте. Угу. Билеты оплачиваем. Угу. А потом такой, Дима, вставай, ты обосрался. Надо тоже водянку привезти с собой. Отлично, пока иду отлично вообще. Ой, Форби, спасибо, солнышко, за сабик, чудо. Спасибо большое, теперь ты часть нашей семьи. Центр Любоевцы. Спасибо, Белл. Здесь главное, чтобы на повороте не... Что ты с повороты? Ты нахуй про поворот что-то сказал? Я проходил как царь, вообще. Как одеваться правильно на стрим? Что? Как одеваться можно. Надо? Ну да, на стрим как одеваться? Ну, не так, как я, а вот так. Ты чё, мать ёпта? Я, конечно, понимаю, что мы все... Ты чё, мать, делаешь-то, ёпта? Окаянная. Вот так надо одеваться, на стрим. Спасибо большое, Простоквашино. Вот это тайминг, конечно. Пацаны, как одеваться правильно на стрим, когда нету? Спасибо большое, Буй. Выпускай, выпускай. Конечно, могу сделать сигну, бро, после стрима. Выпускай. Давай, давай, давай. Можно сигну так сказать. Напиши, что... Выпустил. Кого? Не-не-не. Ну это чисто преф, парень чисто шарит. Я совсем в недавнем, в, короче, я ходил в школу, так как я являюсь темным магом. Ой, а что, у меня донат стоит внизу? Спасибо, зайка! Спасибо огромное! Панда еще немножко скучновато, он всегда так грустит, понимаешь? У него такое настроение, зато я с ним ночью сплю, с вами нет. Многие этого не знают. Я ходил в школу темной хуйни, вот этой всей, да? Вот, и, короче, научился одному приемчику. Сейчас я вам его покажу, подождите секундочку, подождите. Я знаю, что не силикон, бро. Все уже этот прикол повторили? Спасибо, Акося. Ля какой! Магика! Магика! Магия!
Господи. Я сейчас пройду. Не гнуби. Это Иксаген, что ли? Блядь! Приветствуем вас в клубе долбоебов, разбивших свои телефоны. Это ты! И на телефоне. Что за горизмот? Бля, это почему? Ой, как это поднять, да... кстати? А, я поняла, как это можно поднять. Но мне кажется, он не сможет. Сука, ебучая лестница. Не, ну это реально же. Ах ты мразь. Это Overdroid? Кстати, Overwatch клёвая игруха, если не разобраться. Но это не мой случай. Мамку твою в кино водил, что ж такое-то, боже мой! Нет, да, все, конец. Альтов 4, все, Rage Quit. Я попробую залпом выпить. Я видела этот видос. Фух, страшно, ну ладно. Я никогда так не пила пиво. Фу, пиво, фу, ненавижу. Это выглядит мерзко очень. Лучше обрывалась там вся. Это пиздец. Может, колу так попробуйте убить как-нибудь? I play. Так, теперь мне нужно горчица. Одна чайная ложка. Хотя, мне кажется, это мало получится, я боюсь, если получится. Спасибо, Ди. Дедушка! Привет, зайчка. Спасибо огромное, привет. Мало то мы сделаем с вами еще раз. Давай кин. Всегда. В моем стриме. Какую-то херню творишь. Тоня, спасибо тебе огромное. Что? Что? Что такое? Что? 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 Погоди, что? Ты серьезно? Что? Ты серьезно? Что? Ты серьезно? Что? Ты серьезно? Да что? Тоня, ты серьезно? Это мать его! 29 рублей. Поехал в больницу. Пон. Если лучше будет вечером, подолблю. Какой сильверная? Поставлю. Тра-та-тау, так вот, поняла? А я не буду, я буду стоять у алтаря с тобой. Ты думаешь, я буду с вебкой ходить, чи шо? Из роддома будет тоже стрим. Ну да, ну цепись. Подожди, кицать, я снимаю всю свою жизнь. Ты знала, на что ты шла? Идешь срать, я, блядь, буду снимать. Ебать, я уже срал с ними, только без звука. А то со звуком неуважение. Do you hear me, guys? Yes. We can fight together. I do. Against Megalodon. You can confirm this, guys. Это акула? А чё она такая розовая, фиолетовая, синяя? Чё на игры постоянно какие-то проходят непонятные? Интернет не нужен сейчас, но... Стрим не лагает, это у тебя лагает. Блять. А! Чё за хуйня, блять? Саня, соло, соло, соло. Вот в чём минус этих ушей? Что соло Саня? Так, а есть у кого-то? Жесть. Все похоже на из семейки Адамсов. На хвостики похоже, знаете. Ну, на чем-то глаза похожи, нет? Мне кажется. Спасибо, спасибо. Я, это, как кто она там? Казашка? Говорят, есть. Похоже чем-то, не пойму, что-то прям Вася, меня напомнило. Вася, я нахуй пошел, звучи мне, блин, да, блядь, убери его, нахуй, убери его, нахуй, я же не знаю. Ебака есть. Фу, блядь. Ай, блядь, спасибо, ребятки. Я обнаружил объект. Вот он, Philips. Невин?
Голубые нравятся? Оцей? Оцей. Ого. Ничего себе такой. Это какой объем. Ну, погано. Ось бывша. Вы просили показать? Красиво. Показываю бывшу. Okay, I'm ending you, bro. Оля, драка. I'm ending you, I'm tired of your shit. Неужели монитор ударит? Oh, fuck. God, you're gonna break stuff. Hold on, time out. Охренеть. Охренеть. Какой собака! Какой собака! У него еще остается, вон, видишь? Ты его на подойду? Спасибо, Илюха. Какой собака! Боже, какая маленькая, такая сладкая, такая волосатая, рыжая такая. Улыбочку. Мазафака. Улыбочку. Пацаны, улыбочку. У меня миссия. Мазафака. А в чем мое хулиганство проявляется? Какое ухо? Я сейчас стою и смотрю вам в лицо и разговариваю с вами. У меня такой голос. Отойдите на несколько шагов, вон оттуда вы можете говорить. Вот хорошо, так. Без проблем. В чем проблема, собственно говоря, сейчас? Ты такая няшка. Actually, the middle of the tower. Yeah, you can jump from here. Go. Только недавно тебя начал смотреть. И вопросик, ты где учишься? В школе. Спасибо за нас. Not dropping other people, you know. Guys, what the fuck? На. Бампер, блять, отпав. Зуб отпал. Я на секунду выйду. Давай. Реально бампер отпал. Задний, передний. Бодя, бодь! Блядь, ты что гонишь? Сука! На тормоз нажми, блядь! Господи, тупица чешо! Чешо! Бодя, ты охерел? Я, блядь, тебя спас... Как угол беру, да? Нереально. Ебать, нихуя! Подъехал, значит, на спаун. Ребята, тут мочу сдают! Ой, кровь! Тут! Тут! Олды, тут! Блядь, мочу! Знаешь, приехал, блядь, мочу. Мочу сдавать. Но! Лох. Разъебал. А я думаю, при чем тут скример вообще, не пойму. Полный ТикТок в шоке. Разъебали меня. Монополию оторвать? Оля бан, стинт. Да как ее срывать-то? А, во. Улица Нагатинская. Ну и пошел ты в эту самую. Если ты пойдешь, понял? Не дам я тебе ничего. Моё. А ну-ка, стойте. Алло! Пацаны, шанс один на миллион. Мы либо сейчас выигрываем бургер, либо мы не выигрываем ничего. Ой, бургер, не бургер. Если мы сейчас либо выиграем Шкоду вот эту вонючую, либо мы не выигрываем ничего, понимаете? Давайте выиграем Шкоду Йети, Малете. Да и что запалило, смешно, нет пуза огромного. Пацаны, давайте надеяться на то, что вы, пожалуйста, вы здесь, вы со мной. Мы сейчас можем Шкода в Люете, как там ее машину, короче, эту серенькую, фиолетовую, как я знаю. Короче, я надеюсь, мама, прости меня, мама, что вырос так рано. О, кстати, это годная штука, чуваки, это, конечно, не Шкода Йети в Люете.
Или... Я выиграла машину! Чуваки, я выиграла машину! Шкода в Лиете! Шкода в Лиете! Видите, Шкода в Лиете? Вы видите, вы видите? Пацаны, это не фэк! Все это не... Да! Пацаны, это не фэк! Мама! Пацаны, может, вам позвать Шкода в Лиете? Я просто в полном океанариуме. Мама, мы выиграли Шкода в Лиете. Мама, мы выиграли машину. Мама, мы выиграли машину. Мама шутила мне радость. Еще с ума сошли. Пирожок в Макдональдсе выиграла. Я думала, ты на самом деле что-то выиграла. А я специально кричала, что ты пришла. Я хотела пошутить над тобой просто. Ты хочешь мать в гроб свести? Мама, да, Тимофей нам уже скинул на гроб когда-то давно. Так что... Так что деньги у нас на гроб будут. Мама хочет гроб из красного дерева. А он дорогой, что ли? Конечно. Да, почему? С золотыми этими именами, вензелями. Стой, а почему красное дерево дорогое? Ну, красное дерево очень дорогое, потому что, ну, не гниет оно. Мам, вот сейчас пойду дерево срублю, накрашу, ты меня извини. Я чуть прошу, не кричи, потому что там страшно с бабушкой. А вы боитесь, что меня порежет, а? Мы боимся, что тебя засосет экран. Мам, мне тоже ребята говорят, что у меня папич в окне. Кого нет? Папич в окне. Что? Папич в окне меня зарежет, говорю. А что это такое? Это папич в окне. А? Папич в окне. Папич в окне, что такое? Наши шутки. В общем, просьба, да? Да, закрой, то там сигаретами воняет. Просьба, да? Да. Не кричи. Я тебя люблю. У меня просто дедушка курит там в зале и воняет сигаретами. Папич в окне. Фу, как за... Меня аж за маску залез этот запах вонючий. Фу. Пацаны, я сейчас только что покурила, по-моему. Фу. Короче, вы, короче, лохи тупые. Повелись. Ну, лохи, они у Тендер, либо я в чате лохи, как бы вы сами понимаете. Не дам. Не дам. Не дам. Не дам я тебе. У тебя вон целая миска. Иди кушать. Что, со мной говорить будешь? Может, выйдем? Выйдем, блядь? Давай. Пошли, пошли, выйдем. Пошли, поговорим нахуй. Ой, дурачье. Можно меня не беспокоить, пожалуйста? Братас, блядь, Сникерс, ой, блядь, братас мой Принглс сожрал, блядь. Ходил сейчас на кухню. Блядь, братас Принглс сожрал. Мне это так задолбало, блядь. Пиздец просто. Вот купи что-нибудь тебе, блядь. Никуда. Нет, блядь. Так, там одна... Зойка, подожди, я сейчас вернусь, я быстро под столик, ладно, я быстро. Ты аккуратней, только смотри, не глазей особо, а? Пожалуйста, Зойка, не смотри, отвернись. Зойку, отвернись. Пацаны, я подавилась. Пипец. Пацаны, я подавилась этими чипсами, я не могу. Я уже не могу, у меня реально шизофрения начинается от этих лейс с крабом. Короче, а чё вы смеетесь? А почему вы смеетесь, не понимаю. А почему вы смеетесь? Чё вы ржёте? Чё вы смеетесь? Не, ну расскажите. Ну я реально подавилась, я Принглс съела. Ой, Принглс, Лейс просто меня вдохновил. Понимаете? Вдохновление, когда вдохновление вдохновляет. Ну ладно. Мне досылать сладости. Ну и молчите, почему я это делаю. Поставили какой-то слоу-мошен ебануть, но слоу-мошен у нас никого нет, поэтому давайте луком попробуем хуйнуть. Чисто как это, в апаческом стиле. Знаете ли, в шкуре в их не будем сейчас, да. Опа! Прикол подъехал, нехуёвый такой. А куда мы катимся? А, в пиздень, блять, ясно. Отлично. Wasted. Нет, я не хочу себе... Хочу татуировки, но я не буду бить. Никогда. Вот это я, блядь, понимаю, нахуй! Боже, шмара, просто шмара, блядь, просто шмара. Какая она мерзкая, боже, она никогда в жизни вообще... Никогда в жизни... Вот, просто скриньте, блядь.
Такие люди, они в жизни вообще никем будут. Спасибо, Макс. Просто. Вот, чуваки, можете написать плюс в чат, кто таких смотрит? Ну, я не вижу в этой девушке потенциала, кроме как стоять на трассе, серьезно. Девочка, как там Туник. Юки, извини за хейт, но чисто объективно, бро. Херней занимаешься. В натуре. Вот в натуре. Вытряхивает глистов. Ну, хоть пошутил нормально. Ну, все-таки реакцию этот мальчик отыграл, который... Паша Дизель. Я не могу стоять в такой откровенной одежде, мне неловко. Я бы пофлексила, мне очень неловко. Плюс на этой камере я жирная.